4-мегапиксельная цилиндрическая IP-камера с фиксированным объективом. В этом видео мы распакуем IP-камеру Hikvision с индексом DS2CD2043G2IU. Устройство поставляется в фирменной картонной упаковке и комплектуется монтажной оснасткой длинностенного крепления плюс краткой инструкцией. Камера выполнена в популярном формате цилиндра и рассчитана на установку в верхней точке помещений. Корпус изготовлен из металла, а общие габариты не превышают 16 см в длину и 7 см в диаметре. Спереди присутствует регулируемый противодождевой козырек, защищающий от непогоды широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 4 мм. Оптика обеспечивает обзор в 100 градусов по диагонали. Светосила 1,6. Для ночной съемки предусмотрена инфракрасная подсветка дальностью до 40 метров. Что касается аппаратной начинки, камера Hikvision оснащена прогрессивным 4-мегапиксельным датчиком с поддержкой расширенного динамического диапазона. Поддерживается запись основного потока в разрешении 2688 на 1520 точек с частотой 30 кадров в секунду, плюс еще два вспомогательных потока. Главное, что все три потока камера умеет записывать в современном кодеке H265, обеспечивающем наилучший баланс качества изображения и сжатия данных. Записи можно хранить как на сервере, так и локально на карте памяти microSD емкостью до 256 гигабайт. Подключение камеры осуществляется через разъемы питания DC и Ethernet с поддержкой PoE. Из особенностей отметим встроенный микрофон с фильтрацией шумов окружающей среды и поддержку аудиосвязи в режиме реального времени.